Уважаемые избиратели Псковской области, на 9 сентября назначены выборы губернатора Псковской области. У сотен тысяч людей в нашем регионе нет кандидата, за которого они хотели бы проголосовать. Что делать в этот день нам, всем тем, кого не устраивает предложенный выбор, но кто хотел бы заявить свою личную гражданскую позицию, свое мнение? У меня есть предложение для всех вас. Я предлагаю вам в этот день проголосовать против всех кандидатов. Как это сделать, когда строки «против всех» нет в избирательном бюллетене? Это сделать легко, просто и законно. Я предлагаю вам поставить крест на каждом кандидате, находящемся в избирательном бюллетене. Это и будет голосование против всех. Это законный способ выражения своего мнения. Это позволяет нам сделать эти бюллетени недействительными. Каждый такой бюллетень будет посчитан в каждом протоколе избирательной комиссии. Что такое голосование против всех кандидатов сегодня? Это голосование всех тех избирателей, кого не устраивает положение дел в стране, кого не устраивает положение дел в одном из самых бедных регионов России, Псковской области. Это голосование всех тех граждан, кто уважает себя, у кого сильное чувство собственного достоинства и кто не хочет склоняться перед волей власти. Я обращаюсь сейчас ко всем избирателям, у кого нет кандидата, не за кого голосовать 9 сентября. Ко всем тем, кто даже не является сторонником какой-либо политической партии. Голосуйте против всех. Поставьте крест на каждом кандидате в губернаторы Псковской области, находящемся в избирательном бюллетене. Я обращаюсь к избирателям политической партии «Единая Россия», которых не устраивает кандидатура гастролера и варяга Ведерникова. Я обращаюсь к избирателям Коммунистической партии и Либерально-демократической партии, кого не устраивают кандидатуры выдвинутых ими кандидатов. Я, безусловно, обращаюсь к избирателям и сторонникам партии «Яблоко», которые хотят сделать все, что в наших силах, все, что возможно, для того, чтобы избирательная система Псковской области не уничтожила наши бюллетени, чтобы наша воля к свободе и демократии в нашем крае была заявлена. Уважаемые друзья, нас большинство. Всех тех, кого не устраивает политическая система, экономическая ситуация и социальная ситуация и в России в целом, и в Псковской области. Только в Псковской области нас сотни тысяч. Большинство из нас не хочет идти на выборы 9 сентября. Я призываю вас принять участие в выборах 9 сентября 2018 года. Иначе ваш бюллетень может быть украден жуликами и ворами, использован в поддержку кандидата от партии власти. Приходите на выборы. Ставьте крест на каждом из кандидатов губернатора Псковской области. Голосуйте против всех. Мы должны показать в этот день силу псковского гражданского общества. Показать, что мы есть люди, граждане, не согласные с тем, как сейчас устроена наша страна. Нам с вами предстоит одержать очень важную победу. Победу, которая будет исключительно важна для всего гражданского общества. Нам нужно показать, что мы есть, что у нас есть голос, и мы никому его не отдадим. 9 сентября 2018 года против всех кандидатов на должность губернатора Псковской области.